Хай, Metalhead! Приветствую тебя, Макс Вехов. Макс Вехов, желаю тебе успехов. Покупай на Фростере, продавай на Фростере. Мой ник Warhol. Вот, получил посылку от Эртмана. Тут должен быть Godstower. И еще, вот тут, короче, на новой почте получил. 35 гривен всего. Барабаны, это я играю, учусь на барабанах играть сейчас. Вот, смотрите, 35 гривен человек, то есть не 48, не 42, то есть за такую маленькую посылку нормально. Вот, покупай на Фростере, продавай на Фростере, ну как бы запечатано нормально. Сейчас будем делать вскрытие. Вылочки. Вот. Произвели вскрытие. Ну, нормально запечатано, я считаю. Делаем вскрытие. Аутопсия в премайс. Ну, моя цель была Godstower взять. Основная. Ну и думаю, куплю там дополнительно какие-то там кучу дисков. Недорого. А то дорогой будет уж Godstower. Запечатано хорошо, могу сказать. Так. Профессионально запечатано. По-своему, конечно, но нормально, я считаю. Так, вот диски. Вот, смотрите, в конвертике все как полагается. А что это за диск? А вот тут еще какие-то подарки, что это, я не знаю, что это такое. Тут целая куча дисков. А, ну это вон грил, книжка тут, и это Bleeding Nature, да, вот тут их тут прикольно. Какой-то, наверное. Ну вот. Одну часть, так сказать. Сейчас вторую посмотрим, что тут. Или, наверное, из двух частей будем смотреть. Это вообще болванка какая-то, бля. А накатка где, блядь? Накатку самому сделать, что ли? Группа такая, бля, херон, какие-то. Это андерграунд, типа меня что-то, бля. А, кстати, это Torn Apart, мой логотип. Вот, так, сейчас. Ну, нормально сделано, вообще прикольно. Белорусы, наверное, блин, чеша. О, так нифига себе. Круто сделано. Послушаем, что это такое. Может, допечатаю им.
О, Blade Natur, классная команда, бля. Так, два чела. Московский лейбл. О, диск нормальный. Материал, наверное, не очень, да? Раз так дешево. Тоже нормальная. Наши люди. Так, Eternal Morning. Он говорил, что тут нету инлея заднего бэка. Задней части. Ну, книжка. Такая аппетитная, нормальная книжечка. Где максимум? Ну, диск нормальный, что материал, наверное, какой-нибудь. Ну, в общем. Так, а это что за такое? Я не помню, такого не заказывал. Вот он поцарапанный маленько. Не знаю, будет читать, не будет. Узнаем. Это вот это, я так понял. Что это такое, блин? Это что? Трахальщик вакуумный, че шо, блин? Что это такое, блин? Флаверс, ДНР какой-то. Что это за ДНР, блин, не знаю. Это девушка, блин, с закрытыми глазами. Ладно, послушаем, что с ЭТК. Как будет свободное время, слухану, конечно. Так, ну и что тут у нас? О, Megalith Temple, блин. Тоже какая-то хрень, блин. Ну, обложка хорошо сделана. Сказал бы, вот, типа, как я делаю на своем лейбле. Вот, ну, правда... Не на таких болванках, конечно. Это, наверное, по 500 штук делали. Потому что невыгодно по-другому. Или по 100, может быть. Так, слуханем, что с ЭТК.